Всем, друзья, здравствуйте! Сегодня готовим рассольник с рисом. Рассказываю, что нужно для этого. Здесь 500 грамм лука, килограмм помидор, 500 грамм моркови, 1,5 килограмма огурцов, 250 грамм риса, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара, 200 миллилитров растительного масла и 80 миллилитров 9% уксуса. Все нужно вот это измельчить, помидоры через блендер или через мясорубку. Рис нужно замочить в кипятке на 15 минут. У меня все готово. Ставлю кастрюлю, загреваю и выливаю сюда масло. Жарим до золотистого цвета. Добавляем морковь и сразу помидоры. Как закипит, варим 20 минут. Прошло 20 минут, закидываем сюда огурцы и рис. Довести до кипения и варить 10 минут. Добавляем соль, сахар, уксус и 150 мл воды. Варим 10 минут и раскладываем по баночкам. Все раскладываем по баночкам. Все готово. Переворачивать не надо, укутываем до полного остывания.